Итак, друзья, отель Sentida Gracelake Khao Lak, Пхукет, 5 звезд. Приветствую вас на моем YouTube-канале. Как всегда, мои обзоры короткие, информативные. Вопросы общего плана вы можете задавать в комментариях, а более подробно при бронировании туров и наземного обслуживания у меня. Все мои контакты в описании под этим видео. Итак, отель расположен на пляже Банг Сак в 94 километрах от международного аэропорта Пхукет. Как вы видели, большой открытый лобби. В зонах ожидания есть такие своеобразные коконы, очень комфортные и очень инстаграмные. В зоне лобби терраса оформлена в виде бассейна, заполненного водой. Главное преимущество отеля – его территория. Много зелени и пруд передают ощущение, что проживаешь в джунглях. Узкая территория вытянута к морю. Центральную часть территории занимает пруд, который тянется до самой пляжной полосы. Пруд визуально делит на две части, через которые можно перекинуть деревянный мост. В первой части пруда двухэтажные виллы, номера на втором этаже с собственным бассейном. Во второй части одноэтажные виллы с собственным бассейном. Основные корпуса расположены по всему периметру, пятиэтажные корпуса, есть номера swim up, но этим бассейном могут пользоваться все, обратите внимание. За территорией отеля есть инфраструктура, магазины, кафе, массажные салоны и даже есть прачечная. Депозит при заселении $500, но можно отказаться. У отеля есть большое открытое помещение для активных видов спорта, entertainment complex, корты для большого тенниса, баскетбольное кольцо, стол для настольного тенниса, теннисоплатный боулинг и небольшой тренажерный зал. Для анимационных мероприятий есть большая открытая площадка на газоне. Итак, отель работает на следующих типах питания. Завтраки, завтрак и ужин, завтрак, ужин, обед и все включено. Завтрак будет шведский стол, показали завтраки слабыми, ресторан больше похож на такую столовую. Есть классный ресторан итальянский Ocean Restaurant, расположен у пляжа, а-ля карт ресторан. И есть Plateau, тайская кухня, это тоже а-ля карт ресторан. Работает только на ужин. На территории отеля есть один открытый бассейн, очень инстаграмное место, фонтанчики, лодки Дони, небольшие удлиненные зоны. Основная часть бассейна стилизована силуэтами лодок. Бар в воде в виде мельницы. Спа-центр находится напротив зоны лобби. Общественный песчаный пляж. В основном это чистый песок без коралловой гальки. Зона шезлонгов находится под соснами, и это придает локации такую свежесть. На пляже есть бар и питьевая вода в свободном доступе. Итак, для кого подойдет? Для активных парочек, для которых поспать до завтрака окей, отель отличный. Для семейного отдыха с самодостаточными детьми тоже отлично. Здесь хорошо тусить, поплавать в море, гулять по бесконечным пляжам, обедать и ужинать в тайских ресторанах, не привязываясь к отелю. Для детей есть мини-клуб с 4 до 12 лет, часы работы с 9 до 18. Есть зона с кинотеатром, зона для творчества, зона для игр детей младшего возраста. В течение дня по расписанию проводятся различные мероприятия. Значит, про плюсы отеля расскажу. Большая зона лобби, при массовом заселении будет не тесно. На территории отеля есть инфраструктура, магазины, кафе, массажные салоны и даже прачечная. На пляжной линии тоже много кафе и массажных салонов. Шикарный пляж, в номерах пол-паркет, есть номера swim up, на территории много зелени. В номерах есть сейф, чайный набор, вода в стеклянных бутылках, мини-бар платно, средства от москитов, пляжный полотенца, халаты, тапочки, сланцы, зонт. Есть утюг и гладильная доска. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь и обращайтесь за бронированием.